Вы должны четко понимать, что захват у него достаточно честный. То есть это очень важно. Теперь, каким образом вы можете вот эти все точки начать действовать, воздействовать? Ну, во-первых, брать себя с линии атаки. И теперь сбросить можно напряжение. Ушли с линии атаки. Сбросили кожу напряжение. Что здесь важно? Важно, конечно, не вырываться из своего захвата, потому что у вас не будет взаимодействия. Вы не сможете, если вы освободились от захвата, вы не сможете воздействовать на всю структуру его тела. Через дальнее плечо начали воздействовать на позвоночник. Почему важен этот захват? Потому что эта рука все равно ударная. Вот эта рука, вот выводит, видно? Вот эта рука. Да, да. Но если добавить сюда еще эту руку, выводили, вот ваши мои руки. Локтевой изгиб убираю. Попробуйте опять же на